Ты на иголочке. 5, 9, 10. О! Капец! Мои дорогие юнги, всем доброго негритусика. С вами, как всегда, Филиппины. Сегодня мы вместе с Варпачом, конечно же, с Керти и Алексом Фитнесом будем играть в GTA 5 Online. Oh yeah. Хотай, всем здорово, чуваки! Всем привет, ребята! Привет, привет! Как что, на абордаж, ребята? На абордаж! Давай, погнали, погнали, мы погнали. Просто пираты! Это очень круто Пирот смотрится, ребята, это впервые что-то подобное у нас на каналах. Это просто лайкусик только вот за эти гребаные, я не знаю, как корабли, их не назовешь то даже. Сейчас, давайте назовем название кораблю. Белая жемчужина, например. У меня матросик. Не, у меня удача. Вот как корабль назовешь, так он и поплывет. Вот, у меня удача. У тебя корабль, по-моему, и так уже гнилой. Да. О, сейчас будет... Начнет за мясо. Да. Let's do this. Давайте, все готовы, а ну вперед. Да, на абордаж. Сразу кидаем. Врезаемся. О, Максим залетел. Охренеть. На абордаж. Давай, пойдем. Так, бегом. Давай. Так, подожди, тут у нас крыса на корабле. А ну иди сюда. О, есть, я ударил, кого ударил? Есть, убил. По красоте. Ой, давай быстрее. Такая война вообще. Все дерутся, а Филиппин плывет. Да давай, залази. Как развернуть это гребаное корыто? Я сейчас задом сдам. Давай назад. Оно задом не едет? А нет, едет. Мачете, доставай мачете. Так. Давай, где еще кто? Так. Ой, я горю! Огненный Филиппин. Так, отлично, все, задом сдал, теперь можно вас атаковать. Призрачный нигер. Так, Кирилл, подзрыватель. Вау! Ускользнулся парень, или что? Так, сейчас поднимемся, подожди. Сейчас сгонился. Ну-ка, иди ты сюда, где вы? Вы попасть не можете друг по другу. О, чувак залез, пинает. Чувак. Макс, ты честно, зачем ты пинаешься? На, сучка, на! Оп! Капец. На! Ох, на! Выжил. Так, подожди. Это что было такое? Есть! Да, на тебе в лицо! Нихера я колбасит! А, я сгорел! Сгорел! Твистер меня поджег или фреш! Итак, у меня есть на самом деле, ребят, сейчас тактика. Вы готовы ее услышать? Мы готовы ей придерживаться. Хотя ты в другой команде, да, но давай, все давай, равно. Давай. Конечно, ты готов ее придерживаться, чтобы победить нас. Логичненько. Так, во-первых, мне нужен Скорти. Давайте, я побед... Вот я. А где Скорти? На каком... Я вот на этом, на самом правом. А почему... Господи, ладно. Давайте, короче, смотрите как. Сейчас берете. Сбоку едете, да? И получается, вот наш корабль должен немного притормозить. Притормози, юнга! У меня тут это, механ стоит, надрачивает на палубе. В чем фишка? Просто стоит и наяривает. Давайте вдвоем просто взять, короче, и нас как-то обойти и сузить круг. Давай. Встали, давай, камон. Сейчас я разрушу ваши легенды, там, точнее, ваши тактики. Они все на одном корабле всего лишь-то. Нет, у нас три корабля, ребят. Три? Да. У нас один так ворвался. У нас четыре. Ё-моё, капец вам. Пал с яхты. Я первый влетаю. Первый, ёпта. Я остановился. Залазь. Просто такая... Хана вам, хана, я... Во! Ни хрена он улетел. Вот это я влетел. О, он перепрыгнул к нам. Охренеть. Давай на варпачок. Ой, Филиппин, лезь. Ой, капец. Михан красавчик, он убил его. Красавчик. Михан, иди в задницу. Вам попасть на яхту. О, это Максим, ё-моё. Так, минус одна яхта, да, поход? Я думал, это, Миша у меня хочет забрать управление. Мясо, где мясо? Эта херня еле разворачивается. Не, сзади варпач. Сейчас я развернусь, ребята, сейчас я вам дам жару. Просто решил у нас сзади как-то вот сбоку. Да, у меня тактика, я ее придерживаюсь. Чувак, какие... Ор.
Так, а вы еще на Е нажмите, а значит сигналит так вообще по-жесткому прям. Столкновение! Столкновение! Ох, блин! Так. Давай, отлично! Все, хана вам. Мы везем труп вашего чувака. Ой! Так. Я горю, мать вашу! А я не могу отсюда кидать? Нет, не могу. Коктейль Молотова. Давай! Сука! Все, вылази, я кидаю корабль. Алекс, смотри ко мне, быстрее. Фокси. Помогай, сейчас отвлекаюсь. Настоящий капитан идет на дно вместе с кораблем. Уходи оттуда, уходи нахер оттуда. Прыгай, вон, просто смотаться отсюда. Алекс, залезайте, ребят, Меня убили первого, да? Меня сейчас убьют. Бум! Что-то бум вообще не произошло. А ну иди сюда, маленькая. Ну давай, я сзади их мочу. Я их отвлекаю. Давай, руби втроем, просто тимплей. Вот. Горите, сучки! Капец! Красавчик. Остался вот корабль наш. Все, мы захватили корабль. Давай я сверху. Ребят, сверху, на крыше, если что, там чувак. Ой, тут летит еще ваш корабль, капец! Капец! Помогите его, скорее. Есть! Он выпал! Так. Так, подожди, ну-ка, кто там еще выпал у вас? Прыгайте к Варпачу, надо его убить. Нет, ни хрена, я так легко вам не дамся. Все. Давай, во, отлично, я перебрался на корабль. Движуха пошла. И как? Это что было? Паркурище. Так, подожди, я забираюсь на корабль. Как они вовремя покинули корабль, он тупо взорвался сзади нас. Помоги, о, да, еще минус один. На, ой, да как? Да ладно! У вас вообще, у вас просто тимплей. Где еще? Кто еще где остался? Stand now. Просто you see view мясо. Да, садимся в корабль. Они the fresh meat. На один центральный корабль. На один корабль залазим. Да, ребят, на один корабль все. На центральный корабль. Ай, карамба, юнку забыли. Фреш. Куда? Давай. Идем фреш. Полный газ, полный вперед. Быстрее. Сейчас я там одного ждем фреша. О май гад. Мы сейчас вас... я 10 коктейлей Молотова взял, ребята. 10? Хана вам. Пытаются. Поплыли. Короче, ребята, тактика такая. Взрываем их сразу, они взорвутся и потонут. Обкидываем наших врагов полный фарш! Кидайся! Да! Умрите! Попал! Еще раз попал! Умрите, сучки! Наш юнги! А теперь будет сейчас удар. Сейчас я разворачиваюсь. Сейчас они взорвутся! Сейчас они познают всю мощь! О, щет, ты ж во что творите-то, щет? Шо? Охренеть! Что творится? What the fuck? What the you do? Ой, горю. Давай, запрыгивай сюда, ёпта. Не, иди ко мне. Давай. Ой, Кирилл! Вау, как мне прилетело-то? Ой, мы взорвались или нет? Приключения пиратов, да, мы пираты, правда мы не походим на пиратов. Свистать всех наверх, все на центральный корабль, на центральный, повторяю, на центральный корабль. Знаешь, как просто... Я видел, это станция такая. Как на вокзале, да. Все на центральный корабль, пожалуйста, садимся, занимаем свои места. Ой, кикуй. Просим. Плацкартные места не занимаем. Алекс фиксный, давай заходи к нам. Мы забыли одного бро. У нас тоже один бро. Залазите быстрее, места ограничены. Сейчас, подождите. Блин, плывите, я возьму свой. Плывите, я так оплыву. Да подхватите, если что. Тактика такая же, взрываем их нахрен, к чертям, ёпта. А давайте, короче, знаете, как возьмем? Просто закидаем всеми своими коктейлями сейчас их корабль, чтобы он у них взорвался, и мы быстро победим. Оу, oh, yeah. У так них тактика закидать наш корабль. Как и ваша тактика, логично.
Знаешь, такой слил инфу. Обычно по полной. Да. Раз. Два. Три. Три с половиной. Три на ниточке. Три на иголочке. Пять. Девять, десять. Капец. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Горю, 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 горю. Ой-ой-ой. 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 Ой, блин, я просто не хочу пока нападать, я знаю, что я сразу... Ой, у вас еще кто-то приехал! Ой, эти сучки! Минус два, минус два, он заказывал такси. А корабль взорвется нахер. Ай-яй-яй, еще на туре взорвется! Горите в аду, чей корабль взрывается? Ой, беги, беги из корабля, крыса тонущая! Ааа, я не допрыгнул! Ну сейчас корабль точно взорвется, причем наш корабль. Ай, блин, тварь, будет просто... Уходим. Бегает, бегает подальше, сейчас еще... Вот этот второй может наш взорваться даже. Не, я вот гоню. А! Так это Макс, ладно. Я успел! Проворный черт я. Так, так, подожди. Ливаем с корабля! У меня хп просто мало. Так. Давай за ним, давай за ним, за ним. Ой, один взорвался. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, за мной Максим. Давай, давай, Максим. Давайте ждем. Ой-ой-ой. Валим, 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 валим. Гандонь. Ай, да, да отстаньте от меня! Завалили, сучки! Ну, у вас командная работа, я не могу своих направить в одно русло. Раз, два, три. Ну что ж, друзья, на этом все. Надеюсь, вам понравился вот такой вот интересный интерактивчик на наших каналах. Это реально что-то необычное. Это не какие-то рампусики, не какие-то мотопаркурщики или не какие-то там детраны. Это реально просто битва пиратов. Пиратов, да. Пираты, да. Поэтому не забывайте поддерживать ролик огромным лайкусиком прямо сейчас, если вы еще хотите, конечно же, видеть такое на наших каналах. Ну а с вами был Филиппин, Варпач, Алекс Фокс и, конечно же, Скорти. Всем пока, друзья! Пока-пока. Пока-пока. Adios, amigos, guys.